Рубрика «Украшения». Мы продолжаем вас баловать уникальными предложениями. И прямо сейчас я хочу представить вот такое изящество, вот такое великолепие. Часы «Звездный час». Поймайте свой «Звездный час». Сейчас у вас есть возможность получить эти великолепные часы от бренда, которому ни много ни мало 90 лет, от бренда, проверенного временем. Получите эти часы прямо сейчас по уникальной цене. Цена шоп-н-шоу 2450 рублей. Уникальная возможность. Воспользуйтесь ей прямо сейчас. Ну, а у нас в студии Любовь Руденко, наша любимая актриса. Она проверяет вместе со мной, пробует, примеряет на себя все наши предложения, украшения. Любовь, что вы можете сказать про вот эти замечательные часы? Вы знаете, конечно, чувство ностальгии меня охватывает, потому что когда-то у меня тоже в детстве, в юности были часы, конечно же, фирмы «Слава». А так как «Слава» не имеет возраста, и то, что этому бренду 90 лет на сегодняшний день, это говорит о том, что он вечен, как вечная любовь. И я думаю, что эта «Слава» всегда будет с нами. Картьяну тоже неплохо, но «Слава»... Звучит гордо, по-русски, по-российски. У нас есть своя слава и есть чем гордиться. Это сейчас так актуально, на пике моды, посмотрите. Бренд, проверенный временем. Эти часы, они являются кварцевыми и механическими. Два в одном. Это очень удобно. Ну, во-первых, здесь есть механизм японского производства Сиота, известный, надежный, на который дают гарантию порядка 5 лет. А что касается внешнего вида этих часов, посмотрите, есть у нас два варианта для вас. Это цвет розовое золото, который, кстати, очень хорошо сочетается с обручальными кольцами, например, если вы носите эти часы каждый день. И цвет серебро, посмотрите, такой вот нежный, зимний и яркий. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится, заказывайте прямо сейчас. Вы знаете, я хотела бы обратить ваше внимание, дорогие зрители, что на этих часах, на циферблате, очень четко, хорошо видны цифры. Это то, что как раз вот в наше время встречается очень редко. Вот, например, моя мамочка мучается от того, что те часы, которые, например, за последнее время ей были подарены или мною куплены, или она сама выбирала, ну, там такие миленькие циферки, и она просто без очков их не может разглядеть. Здесь же, мне кажется, без очков и вашей мамы, и бабушки, да и дети увидят и хорошо разберут, какие часы и минуты настали в вашей жизни. Сколько сейчас времени? Счастливые минуты в вашей жизни прямо сейчас. Любовь, я с тобой полностью согласна. Это очень актуально. В угоду новым тенденциям многие выпускают часы без цифр или с какими-то палочками, звездочками, точечками. Определить время по ним просто нереально. Но этот вариант в том и выигрышен, в том, что здесь очень легко видно эти цифры. Они крупные, они четко прописаны. И, в принципе, дизайн, проверенный временем, классический дизайн, классический шрифт. Вы видите, здесь торговая марка, это фирма «Слава». Вы видите, что сам циферблат является перламутровым, что так знакомо нам также, можно сказать, с детства. У многих классические марки часов использовали этот вариант дизайна. Ну и, конечно же, эти часы не просто часы, это украшения. Посмотри, сколько камней. Потому что вот есть поговорка, да, счастливые часов не наблюдают. Но вот мне кажется, что если на вашей изящной руке будут такие красивые часы, то они будут нести еще функцию не только именно прямого их, значит, предназначения, именно показать время, но еще и функцию украшения. А, как я уже говорила, да, все закольцованные украшения, там будто браслет, часы, кольца, это все наши обереги. И поэтому помимо того, что мы можем определять по ним время, мы еще как оберег можем носить, и чувствовать себя защищенным от каких-то нехороших внешних воздействий. Очень важно чувствовать себя защищенной, соглашусь с тобой. Очень важно иметь чувство времени, ну и, конечно, не менее важно быть просто красивой, носить красивые украшения каждый день, а именно в случае с часами это как нельзя лучше подтверждается. Эти часы будут украшать вас, они будут с вами каждый день. Обратите внимание на то, что здесь есть вкрапление из кристаллов, 22 фианита. 11 сверху и 11 снизу. Легко
эти часы носить очень комфортно, и благодаря тому, в частности, что браслет выполнен из гипоаллергенного сплава, потому что он очень гладкий, он очень теплый, он очень приятный на ощупь. Я вот вижу, Любовь, ты это уже оценила. Да, я уже как раз сижу и поглаживаю браслетик. Трудно сдержаться, правда, да? И мне интересно как раз посмотреть замочек и посмотреть размер, потому что у меня были случаи в жизни, когда я увидела какие-нибудь там часики, которые мне понравились, я хотела их померить, я не могла, наверное, ну, не знаю, полчаса не могла не расстегнуть, не застегнуть, и мне либо очень велики оказывались часы, то есть приходилось удалять лишние звенья, либо, наоборот, впритык на мое, в общем, достаточно не узкое запястье, на мою достаточно такую крупную, широкую, взрослую руку, они просто оказывались малы. Вот мне как-то вот чисто даже внешне, мне кажется, вот так навскидку, я сейчас попробую это экспериментальным путем понять. К этому прийти. Слушайте, здесь какой-то потрясающий уникальный замок. С двух сторон, да, нажимается? Замочек очень надежный, красивый. Раз, да. И все. Он фиксируется и очень также надежно на ручке. Хоп. Посмотрите. Ты сказала, что часто часы нужно регулировать по добору. Здесь это сделать легко, потому что качественный ремешок позволяет нам убрать несколько звеньев, если в этом есть необходимость, и часы лягут точно по руке. Вот сейчас я как раз проверяю. Я примеряю вариант из розового золота. Любовь надевает цвет серебро. Идеально. То есть это и как именно как часы, и как браслет. А если, например, просто так взять и перевернуть, да? Оп. Вот, пожалуйста, у меня серебряный браслет. Очень женственно. Потом раз, я захотела посмотреть, сколько времени, я перевернула. Это часы. Это часы, очень красивые, часы и украшения, вещи, два в одном. Действительно, очень приятно на ощупь. И опять-таки это подарок для моей очень нежной аллергической кожи. Это просто подарок. Да, удобный, комфортный, красивый, но напомню о функционале. Механизм Миота, проверенный временем. На него дается гарантия до 5 лет. 5 лет дается гарантия, помните об этом. После установки сюда батарейки эти часы проработают еще год. Так вот экономично расходуется энергия. Ну и, конечно же, механизм, проверенный временем, механизм Миота, он позволяет быть уверенной в этом украшении, в этих часах. Часы, если вы их заказываете, приходят к вам вот в такой. Ой, Любовь, смотри, как просто не оторвать глаз. Вот в такой коробочке, правда, красиво? Прелесть. Очень важно, когда все продумано, когда все сделано для потребителя. Давай вот откроем и посмотрим. Оп, мы видим название бренда известного, мы видим перламутровый циферблат, мы видим эти цифры, очень хорошо прописанные, классический дизайн шрифта. И, конечно же, вы получаете гарантийный талон. Это дополнительный знак качества. Вы видите, что компания «Слава» работает уже на рынке 90 лет, выпускает часы надежные, дает гарантию 5 лет. Все это вы получаете вместе с заказом часов «Звездный час», которые у нас доступны в двух цветовых исполнениях: серебро и розовое золото. Цена шоп-н-шоу 2450 рублей. Торопитесь, пока еще все варианты цветов есть в наличии, поэтому заказывайте их прямо сейчас. Вы можете заказать их сейчас во время нашего ролика, либо обратиться к нам на обновленный сайт shopandshow.ru и найти там для себя еще массу других товаров, массу украшений и, конечно же, часы «Звездный час». Цена шоп-н-шоу 2450 рублей. Оставайтесь с нами, следите за временем, будьте красивыми!